Всем привет, вы на канале «Наша жизнь New Life is My Life». Сегодня у нас распаковочный блог. Давай, расскажи. Так я даже не знаю, что это. Давай, вот нас интересует сначала, вот этот пакет и эта коробка. Так, опа, один вот такой пакет и второй. Начнем с большого. И все сразу поняли, что у нас здесь лежит. В общем, мы долго к этому шли. Да ладно. Мы шли к этому 6 лет. И у нас теперь тоже. Сейчас я это распечатаю. Мне кажется, вверх ногами его. Она без разницы. Так мы тогда, получается, его достанем как раз так, чтобы он встал на то место, на которое надо. О, да. Здесь да все серьезно. Я вверх ногами. В коробке была еще одна коробка. Где-то я сегодня такое уже видел, кстати. Ты сможешь посмотреть? Вот, да не сможем мы так открыть. А, ты думаешь, оно у нас... Не. У тебя такой взгляд? Ну, мультик, ясно. Какой мне взгляд? Одна большая коробка, вторая поменьше. Ну, оно так и откроется. Подожди. Да, вот так вот подцепи. Тут, наверное, подцепит. Ура! И мы стали счастливыми обладателями кувшина, который называется «По стечению обстоятельств». Как вы уже увидели, нет, Брит. Ну давай, ты уже хозяйка, такие хозяйки. Ну, он на наш не похож, на тот, который раньше у нас был. Ну, как не похож? Он был такой же, только сбил. О, смотри, у меня такая же книжечка. Ага. Короче, есть книжечка с какими-то рекомендациями. Какие-то наклеечки. А дай мне очки, пожалуйста. О, а это фильтр. Нормально. Нормально. Будем воду кипятить. Наклейки это что? Наклеить, чтобы январь, февраль, месяца, а даты. И их тут мало. Да, наклеек мало, но ладно. Так, в общем, наклейки, чтобы контролировать, когда сменили фильтр. Руководство по эксплуатации. Интересно, на русском языке есть или нет? Так, просто на всякий случай. Просто ситуация-то какая? Дело в том, что у нас в Беларуси был фильтр, и он назывался тоже Брита. И я вообще тогда, не вдаваясь в подробности, думал, что это вообще какое-то изобретение на постсоветском пространстве. Ну, типа, что это компания с постсоветского пространства. На русском ничего нету. В общем, не знаю, почему я думал, но он казался каким-то таким фильтром, скажем, местного разлива или производства и бла-бла-бла. Вот. И, в общем, когда мы начали снимать наши влоги, сколько денег тратит семья на продукты, очень многие задавали вопросы, во-первых, можно ли пить воду из крана? И второй вопрос, зачем мы покупаем постоянно воду, а не поставим себе какой-нибудь фильтр, не возьмем, чтобы это было дешевле и удобнее, типа, да? Вот. Так, значит, получается ситуация такая, что вот мы покупаем эту бутилированную воду в Америке уже 6 лет, и когда мы кипятим ее в чайнике, за эти 6 лет ни разу Маришка не чистила чайник какими-нибудь специальными средствами от накипи. То есть он как был новый блестящий, вот он точно такой же внутри блестящий. Просто у него стерлись какие-то вот надписи, которые были написаны, потому что он тоже моется. Вот. А накипи в нем нет. Но это я говорю про бутилированную воду. А вообще местные люди говорят, что, скажем так, у нас в кране хорошая вода, чистая, ее можно пить. Ну, учитывая то, что сколько стоит вода в бутылках, мы можем ее позволить себе покупать. И я думаю, что... Ладно, ну не знаю. Короче, очень многие американцы покупают воду. Я думаю, большой процент может себе позволить. Брать. Да. И поэтому мы как-то никогда из крана водой не пользовались. Вот и все. А сейчас, когда случилась вся эта история, дело в том, что воду сначала вообще подразобрали. Сейчас она как бы есть, но можно брать по 2 упаковки, где-то по 3 упаковки. Вот. Ну и... А фильтр-то, в общем-то, мы заказали уже давно. Сначала он очень долго шел, что было удивительно, но я сейчас расскажу про него. И, в общем, мы решили взять фильтр из-за того, что вот пошли такие перебои с водой. Как я сказал, сейчас нормализовалось, но фильтр уже есть. В общем, я спрашивал совета у наших подписчиков, у вас, кто какой посоветует. Нам отписались 2 человека, что пользуются барьером. Вот.
И я такой открываю Амазон и думаю, сейчас начну тут выбирать по полной программе. Перед этим Маришка выбрала два каких-то, какие ей понравились. Я просто по цвету. Да, и по красоте. Вот. А я уже, ну, обычно, когда выбираю, я очень долго это делаю, я начинаю копаться, там, сравниваю, бла-бла-бла, и бла-бла-бла. И, в общем, к моему удивлению, и я кабанел, когда я увидел, что фильтр Брита в разных модификациях и формах, но он лидирует на Амазоне. Просто остальные там, ну, пускай, скажем так, 10 других брендов каких-то, они видно, что они такие, типа, нонейм, их очень мало, и у них мало отзывов, их мало покупают. А Брита прямо там бьет все рекорды, и, в общем-то, ей не было конкурента. И поэтому мы взяли вот этот вот чайник, так сказать. Перед этим хотелось взять такой модненький, интересный, он такой прямоугольный, скажем, ставится на стол. Здесь у него такой модный краник. Ну, не на стол, там на тумбочку на какую-то. И мы сначала склонялись к нему, но потом мы решили, что все-таки, скорее всего, у нас получается ситуация такая, что пить мы будем бутилированную воду, а вот этот фильтр будем держать для того, чтобы готовить. Варить кашу, макароны, заваривать заварник, кофе и прочие дела. То есть, все равно после фильтра вода будет термически обрабатываться, скажем так, мы решили. И поэтому мы решили, что Маришке неудобно будет с того наливать, подставлять под краник, держать, например, кастрюлю. И мы решили взять вот такой вот кувшин. Вот, к нему сразу вот получается здесь какой-то фильтр уже идет в упаковке. Но открывать мы его не будем. Как он вставляется? Просто вкидывается. Просто вкидывается. Шикарно. Короче, просто вкидывается туда и все. Я уже не помню, как у нас было в Беларуси, не помнишь? Проворачивать. Как-то поворачивать, да? Просто ситуация какая? Значит, вот есть такие фильтры, а есть еще какие-то немножко подороже, но они, я не знаю, подходят к этому или нет. И там тоже говорили, что проворачивают, поэтому я удивлен. Ну, в общем, мы определились. Мы посмотрели, я проанализировал и решили остановиться на этом. И купили сразу вот такую вот батарею запасных фильтров. А сколько это стоило, ты не сказал? Я не помню уже. 30, нет? А мы сейчас посмотрим. Посмотрим и скажем. В общем, ценовой диапазон там разный. В зависимости от формы, там от туда-сюда, все это немножко плавает. Ну, сейчас я гляну, скажу, сколько он стоил. Но что интересно по фильтрам, мы взяли вот такую вот упаковку на 6 штук. То есть, получается, они продаются по одному, по два, потом 6, 8 и, по-моему, может быть, 12, не помню, не буду говорить, но знаю точно, что есть 1, 2, 6 и 8. 1 дорого, 2 подешевле, 6 еще дешевле, а 8 дороже, чем 6. Ну, в том плане, что в восьмерке... каждый из восьми стоит дороже, чем каждый из шести. Такая странная, нелогичная математика, но, в общем, поэтому мы решили взять вот такой вот, который на 6. Он такой что-то какой-то. Да, точно такие же, в такой же упаковке. Да? Но они написано, что они к этому подходят. И вот теперь мы будем с фильтрованной водой. Будет очень интересно нам поэкспериментировать. Мы-то проверим, получается, когда начнем кипятить воду вот после этих фильтров, будет интересно знать, что получается с чайником, с накипью, с этой, со спиралью. Что там на нем откладывается или не откладывается. Скажем так, мы небольшие химики, там какие-то тяжелые фракции и прочие дела. Ну, в общем, проанализируем. Сейчас я скажу, за сколько мы его купили, чтобы было такое просто общее понимание ситуации, сколько он стоит, сравнить, например, с той же Бритой, которая продается в Беларуси, там, или вот где вы, откуда нас смотрите, пишите, просто интересно по ценам узнать. Так, не понял. Так. В общем, получилось, что этот фильтр стоил 26,99. А набор фильтров? А, еще что интересное было, он очень долго к нам шел. Шел очень долго. Набор фильтров там остался, сейчас посмотрим. Фильтры пришли гораздо раньше, они пришли где-то на 2 недели раньше, чем сам фильтр, чем кувшин. А вот они. Да, 24,99 стоит 6 штук.
Блин, водички надо было взять в горле. Першит. Сейчас налью. Получается, ну, в общем, я был удивлен. Он шел нам где-то... Да, ну, потому что уже начался... Это как раз было начало всего этого, и... А ты думаешь, такой большой был спрос на фильтры? Поэтому он такой дурной там утворился. Ну, в общем, он шел долго. Ну, он пришел, потом он еще долго у нас был на карантине, где-то чуть ли не целую неделю. Мы его сами посадили на карантин. Антоша, ты нас не напугал. Я. Да. Хотел глянуть, сколько тот. Ну, короче, прямоугольный фильтр стоил, по-моему, кувшин. По-моему, он стоил где-то на долларов 10 дороже. Не могу сейчас так быстро открыть те, которые я смотрел. Ну, это не важно. Вот, поэтому вот такая ситуация с нашей водой. Кувшин заказать можно, фильтры заказать можно. Идет немножко долго. Может быть, из-за того, что непонятно откуда идет, может быть, по Маришкиной версии, что сейчас это товар ходовой, который пользуется спросом. И поэтому, возможно, какая-то задержка. А, про карантин хотел рассказать. Я вообще очень долго боялся заказывать какие-то товары, и я где-то говорил, что мы хотим там, ну, с Алиэкспресса заказать пару товаров там копеечных. Вот. А потом, когда появилась статья, кстати, наш какой-то американский институт, я не помню название, это не важно, выпустил статью о том, сколько вирус хранится на, скажем так, на предметах, и... Цифры, я, по-моему, даже сбрасывал вкладку в сообщество на канале. По-моему, на меди что-то около 4 часов, на картоне 2 суток, на пластике до 3 суток, а на железе и на ткани что-то, по-моему, около суток, на железе долго, по-моему, 4 или тоже 3 дня, что-то такое. Вот. И поэтому, скажем так, смело заказали. Поставили, он у нас отстоялся, дождался, и вот мы его распечатали. Ну, вроде все. Да. Да? Что еще можно добавить? Ничего. Будем пить вкусную воду. Да. Вот, так что, если у кого-то какие-то есть вопросы, пишите, задавайте в комментарии. И оставляйте отзывы о тех фильтрах, которыми вы пользуетесь, сколько они стоят, и бла-бла-бла. Ну, вроде и все. Вы были на канале New Life is My Life. И увидимся в новом видео. Пока-пока. Bye-bye.